Привет, ребят! Чем вам запомнилось детство? Мне вот очень крутыми конструкторами. Недавно я узнал о совершенно уникальном и очень классном конструкторе U-Gears. Здесь, в этой коробке, вы можете лицезреть вот такую вот модель. Чем он, собственно говоря, уникальный и отличается от всех? Дело в том, что это модель, которая имеет дохрена разных подвижных деталей и сделана полностью из дерева. Причем эта модель очень высокого качества в плане детализации. Уже здесь, сквозь упаковку, я вижу, что каждая деталь подогнана, ну просто обалдеть как. Здесь даже цилиндры Вася работают, подвеска работает. Я уже сквозь упаковку чувствую этот прекрасный запах дерева. Ну и как вы понимаете, из всего вот этого добра нужно будет собрать теперь тачку. Пара приятных вечеров в сборке конструктора, получилась вот такая вот охренительная тачка. Ребят, я думаю, что здесь комментарии излишни. Это лютый топ по качеству. Во-первых, я действительно получил удовольствие в сборке этого конструктора. Это было не очень быстро, и в этом весь кайф. Подвесочка работает, колесики крутятся, движочек там работает, ее можно завести. Блин, я впечатлен, что с дерева можно сделать вот такой вот конструктор. Короче, если вы перейдете по ссылочке в описании и зайдете на сайт U-Gears, вы обалдеете с ассортимента конструкторов, которые вы можете там приобрести. Там есть что хочешь. Тачки, паровозы, разные механизмы, пистолеты. Все они подвижные, каждый со своими фишками. Есть сейф, который открывается по трехзначному числу. Есть пистолет с обоймой. А впереди у нас рождественские праздники. И по промокоду Сончик ты еще и получаешь скидку на все конструкторы в 20%. В общем-то, все ссылки будут в описании. Можете порадовать своих близких на рождественские праздники. Это будет действительно классный подарок. Здорово, дамы и господа, пардоньте, извиняюсь за это, я очень извиняюсь за это. С вами вновь Sony, добро пожаловать на Эрондондон, на ваши мониторы. Он же Need for Speed Heat, мать его. Мы в прошлый раз купили вот эту замечательную хандень. Время втыка, и я надеюсь, что мы сегодня будем втыкать копов и всем остальным тоже от души, что называется. Куда мы заехали, что это? Это нигерский район или что это, непонятно. Поехали в наш гараж. И я предлагаю посмотреть тюнинг, Вася. Что мы можем сделать с нашей Хондой? Во-первых, надо ей звук сделать повеселее, а то что-то после бэки ее не слышно. Я не слышу свою машину. Как я могу ее уважать, когда я ее не слышу? Как ее могут все вокруг уважать, когда ее никто не слышит? Хорошая Хонда, на самом деле, круто управляется, вроде бы как нормально едет, но надо из нее сделать или Project Колхоз, или ни хрена себе конфету. Там уж как получится, тут я никаких гарантий дать не могу. Одно я знаю точно, что мы сегодня будем дальше гонять в бонушках, тащить на этой тачке. Надо что-то с нашей Анечкой там сделать, я не знаю, она у нас в пешехода превратилась, хотя метилась там в команду. Какая уж у нас команда, когда у нас тут без тачек сокомандники. Где тут заезжать-то, собственно говоря, отлично. Вот так вот заехал и окей. Так. Тачку помойте, напидорьте. Вот, смотри, как тут быстро все это вот происходит. Это да, у кого-то новая тачка. Да, новая тачка, так, предметы. Окей, предметы это тачка. Хорошо. Подвесы. Подожди, блин. Мне в инвентарь должны были положить нихуя себе подвеску. Где она? А где этот инвентарь? Вкл-выкл характеристики выбрать назад. Где инвентарь? Модификация. Где, сука, инвентарь? Выбрать машину. Он мне предлагает все равно за деньги, блин. То есть ты мне дал подвеску и предлагаешь, чтобы я тебе денег отсыпал за нее? Ты что, наркоман, дядь? Где, блядь, инвентарь? Алло. Этот мудак мне точно шит за показ. Какие-то тачки. Так это ж мои два развалюшина. Зелененькие и вот этот цветастенький. Стоят тут, знаешь ли. И это моя Бэха. И это мой Мерс. И это мой Шеви. И это моя Бэ... А, она, видать, на обслуживании там, да? А это свободное место. Ага. Ну ладно, прикольно. Это наши тачки, замечательно, но... Пацаны, я хз. В инвентаре ничего не появилось. Это как какое-то западло нормальное. Ну, хуй с тобой, золотая рыбка. Так, колено, что там, будем... Блин, денег это все стоит вообще каких-то малоадекватных. Давай мы, наверное, баллончик фигачим. Так поржать, потому что без нитро как-то... Подожди, он и так же стоял там. Так, короче, пофиг. Жарим нитро. И пошли на визуал. Вот, да. 100%. Давай посмотрим, что мы можем вообще заколхозить с этой тачкой. Потому что, ну как бы сток за***ись. Ну вот, мое мнение, вот вообще. Машина выглядит
хрен знает. Может быть, что-то с этими самыми, с крыльями можно было бы сделать. Еще ее пошире. Она будет, мне кажется, прикольно смотреться достаточно. Так вот, она как есть. Вот Honda, я не знаю, сделали все правильно. Как, на мой взгляд. Так, сплидерочек. Давай начнем с бампера для начала. Передний Вася бампер. Есть два варика. Невозможно установить из-за сплитера. Понятно. И невозможно... Че, блядь, ебанутые, что ли? То есть тут стоковый сплитер хондовский, а нам нужно какой-то особый. А вот спидхантерс... Чего? Из-за бампера. Как, блядь, это может быть связано? Ты не можешь поставить сплитер из-за бампера, но ты не можешь поставить бампер из-за сплитера. Где, логика? Какого хера я не могу что-то поставить на что-то, блин? Как это работает вообще здесь, я не понимаю. Ладно, хрен уж с ним. Самый прикольный... Да, блядь, сток самый, заебись. Вот этот вот вариант тоже ничего так. Ну, допустим, я ебну его. Я сейчас бампер смогу какой-нибудь другой покорячить, а? Смогу, спасибо на том. Сток, не сток, говно. Не сток, да тоже говно на самом деле. Сток, заебись, а это все говно. Колхоз. Ну, кстати, ничего, капотик спидхантерс, да? Не, это что-то слишком. Вот этот вот за полторушечку давай-ка мы так поставим аккуратненько. А теперь бесплатно, вот что мне нравится, бесплатно мы тонируем машинку. Не в хлам, давай вот, вот четки того. О, каюшки, зеркала. Вы серьезно? Какие стиляги, охренеешь. Так, крылья. Чё тут у нас? Просто жабры другие немножко. Ну, кстати, вот да, разносят колеса. Оно, кстати, должно... Вот что я хотел. Оно должно неплохо влиять еще на машинку. Вот, вот это да, да, согласен. Ну, то есть то, что я говорю, ее сделать пошире. На этой машинке это должно круто смотреться. Правда, морда на фоне жопы. Такой, блядь, смотрится очень странно. Я поставлю. И сразу же идем на заднее крыло. То есть я говорил в прошлый раз, не будем их Хонду колхозить. И вот он, блин, уже Project Колхоз во всей красе. Подожди, а как называется передний, это самое, я не обратил внимания, алхимист. А сзади мне больше спидхантер. А, нет, алхимист тоже нравится. Кто там, блин, мне тюрлюнькает, хватит. Ну, короче, да, и задок тоже мы вкорячиваем, допустим, поставили. Зашибись. Так, здесь что у нас? Порожики. Это как работает? А, то есть тут еще кроме порога, ты понял, меняется еще и крыло. Смотри. Ну да, оно таки напрашивается, причем карбона вниз. Не, охренительно, алхимист опять. Слушай, прикольная тема, есть спидхантерс, тоже смотрится, вот это офигительно. Вполне себе достойно. Денежек у нас немножечко еще остается, поэтому мы можем продолжить наш проект. А что с фонарями? Ну фонари... Ты знаешь, да. Допустим, задний бампер. Есть один алхимист и... Ну, кстати, ничего, за полторушку. Давай, вкорячили. Прекрасно. Диффузорчик. Да вроде бы тоже ничего. Вроде бы и сток как бы норм. А вроде бы и эти прикольные. Причем оба. Оба два. Мне вот эти вот красные элементы здесь, учитывая, что мы сделали темными стопами, вообще никак не вяжутся. Ебашим и это говнецо. Так, а вот со спойлером мне, наверное, уже денежек на него не хватит. А чё? Звуковая система. Вообще похер. А, на антикрыло тоже хватает. Только надо ли? Вот стоковое антикрыло вполне себе ничего. А это... Ну что-то в этом есть, опять же, знаете. Реально что-то в этом есть. И так прикольно. И сток прикольный, а это типа карбоновый. Сток. Карбоновый барик. Спидхантерс. Ёптить. Охренеть. Очень необычный тюнинг. На самом деле, реально очень необычный. Современный, наверное. Ну, не знаю, нравится мне или нет. На самом деле, опять же, стоковое антикрыло, оно очень даже норм смотрится. В принципе, даже со всеми этими обвесами можно особо не париться. Сэкономим немножко денег. Ну, как бы, господа, вот что-то типа того получилось. Honda, я только думаю, может быть, уже слить все бабло и поставить звуковую систему. Эдисон, Вася, и оно ни хрена не дает, но я поставил, все, бабок нет. Ну, вы держитесь, короче. Если копы нас остановят, то я хрен знает, что это будет. Это будет звездец, все, что я могу сказать. Поехали! Денег надо, поехали в день, наверное. Тем более у нас на день там мы взяли эти челленджи, хуеленджи. Надо теперь пикировать мимо трафика в гоночках. Это надо учитывать. И все остальное выполнить тоже было бы неплохо. Но, короче, давай выезжаем отсюда. Очень неудобно, что пока ты здесь стоишь. Вот, теперь только... Что там написано? Знакомьтесь, кодекс. Как-нибудь в другой раз мы с кодексом будем знакомиться. Так, ну что, в городе, в принципе, мы уже все проехали. Да, нет, блин, тут новая гонка. Не хочу я городские эти гонки, этот город мне уже блевать от него хочется, честно. Поехали куда-нибудь подальше, там он я видел что-нибудь внизу, кольцо. А спринты тут вообще, знают такое слово, как спринты? Одни блядские кольца. Чем спринт не сделать? Давай одно за другое вот так понизу пойдем, поехали. Ну что, Хондочка, ты заебись или ты вообще ебаный колхоз? С этим вопросом тоже нам еще предстоит разобраться. Он вообще не едет, блин, я не знаю. Вот, ну, как?
Вроде бы все прикольно, но именно по разгону. Такое ощущение, как будто она очень чахненько разгоняется. Хотя наверняка бэха такая же была, просто что-то. Просто что-то я начал обращать на это внимание именно сейчас. Хотя на высокой скорости вполне себе. Пятую даешь. 200 с плюсом едет. Бэха 230 у меня чесала. Баллон, интересно, веселее стал. Маловато баллона все равно. Ну, как бы дает немножко буста, но такое, пшик и до свидания. Надо так, чтобы ты нажал и как в форсаже вклеился в сидуху. Вот это был бы каеп. А так пока что нитро. По большей части для красоты и хоть как-нибудь, хоть что-нибудь, где тут можно зарулить. Как замедлились, потому что вылезли на оффроуд немножко. Ну что, господа, посмотрим, что это было. На здешние окрестности. Сюда мы еще, по-моему, ни разу не выезжали, да, в эти леса. Такое дело, ну давай. Потому что город это хорошо, но хочется каких-нибудь пейзажей там, что-нибудь. Для разнообразия, как говорится. Здравствуйте. Четенько получилось зарулить. А вон этот космодром гребаный. НАСА, чувак. А, мимо трафика, что, 6 уже выполнен? То есть не обязательно было это гонкой делать, да? Здесь дождь хоть когда-нибудь прекратится, мне вот интересно. Постоянно идет гребаный насос дождь. Сколько можно, блин? Ладно бы, если бы он еще как-нибудь влиял бы на поведение автомобиля. А так, блин, вроде бы Майами солнечно. Вот идет солнце и дождь. Это как вообще? Такой себе грибной дождь. А что? Рекомендация какая была по тачке? Я что-то сейчас не понял. Ну ладно. Будем надеяться, что все норм. А может быть и не норм? Давай, ёптить, как пламя жарит. Блин, я не настроил звук выхлопа. Я там что-то гундел про звук выхлопа, но я так и не настроил его. Ну, сончик такой, сончик. Все нормально, пацаны. Давайте поехали уже, сколько можно вот это вот любоваться. А-на-на-на-на-на-на, у меня сейчас там мотор стуканет будет скоро. Жахаем. Пока, пацаны. Сука, не дал пролезть. О, бэха, не моя, это какое-то говно колхозное. Она смотрится теперь, эта тачка, как бочка такая широкая-широкая, да, маленькая-широкая такая хрень. Под названием Honda. Понятно. Все нормально там по рейтингам у нас, по-моему, мы тут сами по себе дальше едем. Что у нас, универсальная четвертая передача, пацаны? Ни выше, ни ниже не надо, да? Просто так-то четвертый шурупаем. Нет, придется понизиться. Хорош, снес забор. Блин, пацаны, вы ехать-то начнете хоть когда-нибудь? Я помню, в пейбеке у меня так пуканчик на высокой сложности загорался. Я там бежал как сучка. Там были эти группировки сразу. А на оффроде, когда приходилось терпеть этого дауна, блин, черного мака, это же была вообще какая-то дичь. Вот там гонки были, я помню, я как тварь орал. Там такие нарезки были, а тут ты просто едешь. Ну вот едешь, и вон они где-то. Блин, я не шучу, это, блин, ну все еще высокая сложность. Выше нету, вот можно сделать ниже, но выше нету высокого. Я думал, что там в прологе вначале там что-то идет не так. Бывает, там одна машина вырывается вперед, если ты быстро не обгоняешь их на старте. Вырывается какой-то хрень вперед, и все. И ты начинаешь насасывать у него потом. Но тут же, если ты вырвался на старте, я смотрю, прям как будто скрип какой-то, то я уже объехал на 300 с гаком метров. Это ж писец, товарищи. Вообще писец. Ну ладно. Мы будем верить в светлое будущее, что пойдут впереди более злые тачки. О, починили забор, да? То есть все-таки нашелся Валера, который мат-перемат, гребаный насос, эти стрит-рейсеры сраные задолбали, пошел уже запилил забор. Быстрый, хороший мастер, но все руки прям. Быстро они тут работают в этих Майами, я смотрю. Явно не джемшуты и равшаны. Как я, блин, криво зашел. Ну да и похер, могу себе позволить. Уже там уже 700 метров. 700 метров, давай ебнем тут от баллона чуть-чуть. Ставимся бочком. Это ж зашквар, господа. Ну ладно, это easy money, что называется. То есть ты так просто один за другим, как семки лускаешь, проходишь ты гонки, они достаточно короткие. Бабосики зачехляют. Едем, потом ставим деталье. Хотя зачем ставишь какое-то деталье, когда и так хорошо? Зачем делать машину еще быстрее? Разве что, чтобы с копами как-то бороться повеселее. Вот с копами, да. С копами как-то. И опять починил забор. Вася, прости! Но тебе придется опять пойти его рихтануть. Я бы на месте Васи там бы уже бы самую шиповку бы сразу отсыпал бы. От души, что называется. Вредителем, блин. 500 метров и пыщ нахрен. И зажжем. О, класс, да?
потупил на четвертый, спалил нитро, переключился на третью. Ну, это автомат, он такой туповастенький. Это норма. Зачем еще раз? Я, в общем-то, первый финишировал. Вон там, селфиатина, по мобиле всем строчит смс-очки. Фоточка, да, все, хорош. Так, пацаны, первый пошел, второй тут где-то вот за углом. Погнали. Машину бы помыть. А, заправка, да. Заправка, если будет по пути, можно будет ее помыть. Можно было бы, кстати, еще наколхозить винильчик. Хотя это Honda, по-моему, прям белый цвет, это ее типа цвет. Но нет, все-таки с винильчиками, я думаю, в следующей серии я что-нибудь сделаю, потому что прям совсем сток, слишком уныло. Господи, какого на говне эта машина? Просто жесть. Этот коп украл мою социальную жизнь. Она? Если я захочу бургер, мне придется идти за ним пешком. Не круто. Хватит мне плакаться, пошла в жопу. Поехали. Нахуй, сходи, блин. Пойди, блин, свечку поставь в церкви, не знаю, задолбало, да будет она мне названивать теперь и плакаться. В жопу пошла. Поехали, пацаны. Нам своих проблем хватает. Вот кто бы протер мою тачку? Что ты там снимаешь, сука? Возьми, блин, тряпку, протри, тебе не стыдно снимать? А, он снимает. Фу, смотри, засранный приехал. Зато едет быстро. Ну шо, давай посмотрим, из чего вы слеплены. Вторая нитро. Понятно. Пацаны, вам нет цены. Можно тачки днем не тюнинговать. А вот на ночь, да, можно будет подумать. Так, чтобы пообсыкать машины копов, потому что они реально меня, блин, что-то, блин, подвешивают после этого нелицеприятного разговора прошлой серии. О, хорош облизал там. Неплохо получилось, господа. Можно подрезать чуть, но на этих подрезочках, если мы неплохо так теряем. Хондочка, бочечка моя. Давай, в тег, ёпта. Кстати, звучит вообще как-то странно, она не как в тег. Она должна после 5-6 тысяч реветь, как тварь, почему у втека 7 тысяч отсечка? Все-таки новая Honda прикольная по стайлингу, но вообще не по канону. Они забыли свою идеологию, я смотрю. Где, блядь, высокооборотистые моторы? Что такое 7 тысяч, блин, для Honda? Honda из 90-х годов просто ржут, блин, над этими тачками. NSX, S2000. Да и Civic, по-моему, до 8 тысяч крутились, насколько я помню. Или нет, это не точно, не буду пить. Ладно, так, тем временем 400 метров. Все хорошо, господа. Все просто заебись. Нормально. Тем не менее, ты заметил, я уже сколько серий подряд не заикаюсь про физику. Это все-таки прогресс, да, видать, все-таки есть прогресс в этом Need for Speed. Что максимально все просто, понятно, комфортно, нормально себе рулится, вполне себе. По рельсовому не без этого, но... Такое. Зато комфортно. В принципе, что от аркады и требуется. Блин, пацаны, ну серьезно. Я не знаю, это я, конечно, катаю в соло. Можно было бы и в онлайне гасать с народом. Но тогда появляются шансы нормально насасывать. Потому что какой-нибудь задрот, который там уже живет в этом Need for Speed, может так привозить, что мама не горюй. Такое дело. Ну я посмотрю, если еще серийка другая будет такая хуйня происходить, то я точно буду стараться пробовать, по крайней мере. Заходить не в соло, а типа онлине, блин. Все дела, на последний круг, давай, валивая. Мне прям даже начинает нравиться, как проезжают вот эти все извилистые маршрутики, эта машинка. Все-таки она управляется по-другому, чем BMW немного. В хорошем смысле этого слова. И бочком так заваливает, прям получается иногда около облизывать повороты, в траекторию стараться. По красоте. Я километр везу. Блин, километр, ребят. Вот тут что-то пошло не так. Километр, блин. Охренеешь. Что я могу сказать? Я их на круг догоняю. Алло, я уже вижу на карте мудаков этих. На круг. И при этом я баллоны практически не юзаю. Я просто себе еду в своем темпе. Давай, вольнем, правда, тут не очень выгодно было, но да ладно. Подрезочка. Все, финиш. Йоу, господа и дамы. Я затащил очередную гонку. Вау. Да. Ну, короче, как-то так. Немножко унизили соперников. Ну, а что делать? Так, это все хорошо, что у нас там 39 тысяч. Только денег не было, уже нормально бабулетов рубанули. Че, поедем дальше? А че? Рекомендуют 120.
Он какой-то голос скольжения. Это чувачок, который... Но мне для скольжения нужна тачка какая-то, наверное, другая. Поехали заедем вот сюда на годочку по пути, а? И потом можно будет и на скольжение напоследок зарулить, как говорится. Хорошая машинка получилась. Надо только ее подкрасить. Но в одну серию делать прямо, не знаю, сидеть в гараже, сами понимаете, особо не хочется. Хочется погонять, немножко гаража, немножко погонять так, чтобы было сбалансировано, так сказать, чтобы вам было интересно, конечно, да и мне интересно, блин. Тут не только вам интересно, тут и мне интересно, когда нам всем интересно, это же заебись, пацаны. Это ж можно сразу проживать много лайков, вы и так не скупитесь на лайки. А в Need for Speed, за что вам спасибо огромное, кстати говоря. Все для вас, ребят. Вот, давай-ка сейчас еще одну гоночку зарубим. Так, смотри, две гонки, 40 тысяч получилось заработать. Еще бонусы какие-то, я не понимаю. Как-то очень хорошо бабулеты пошли. Очень и очень хорошо. И я так понимаю, что сейчас с этим чувачком у нас начнет появляться дрифт. Как тебе статус знаменитости? Справляешься со всем этим вниманием на улицах? Ну, такое бывает. Подходят, говорят, Соня, здорово, это правда ты? Я вижу все больше патрульных машин в этом районе. Коп заходил посмотреть на мои бумаги. Убедиться, что я проверяю права. Искал предлог, чтобы закрыть мой гараж. Но его же нет, да? Они пока просто... Нет гаража, нет закрытия гаража. Все очевидно. Давай, поехали. Их трёп просто вообще беспонтовый. Конечно, Need for Speed в своем репертуарчике сюжет здесь сделан просто лишь бы было. Поэтому можно даже не слушать, чего они там чешут. Просто что-нибудь там говорят. Лишь бы не молчанка, как говорится. Давай, выпускай, блин. Я уже устал тут продавливать гашетку. Let's go, мать вашу. Вторая, нитро. А они не умеют так, да? То есть на второй нитро не юзают. Оно самое эффективное на второй передаче, потому что как раз эту передачу немножко бустит неплохо. Так, так. Что, пацаны? Траекторию почти что получилось. Ёптить, а ну давай посмотрим на эти сочные попки с такого ракурса. А сразу ощущается скорость вообще по-другому. Ну шо, пацаны? Блин. Давай, наваливай. Там музыка что-то качает, я смотрю, так нормально. Подожди-ка. Нормально, пацаны. Заваливаемся. Ебашим, если у нас кончик есть. Оу! Есть лошара судей. Так, меняем вид. 15%. Он от меня отъехал на 200 с гака метров. Ничего, ничего. Так, пацаны, баллон не перезарядился. Как жаль, как жаль. Давай-ка вольнем. Музыка нормальная наконец-то вкачала. А то какое-то говно вечно играет в этом Need for Speed. Что я там слышу сзади? Жора, ты не попутал? Или это ты в воздушном мешке там присосался? Смотри, там Mazda RX-7, кстати. Зацепилась, дорогуша. Так, так, так. Что мы тут видим на горизонте? Мы видим нашу жертву. И сейчас мы эту жертву потихонечку начнем так наказывать, мать вашу. Давай, прикольно тоже кольцо. За городом определенно покруче гонять. Ну шо? Здесь можно и срезочки ловить. На выходе немножко поддубасим. Хороший, кстати, соперник достаточно. Этот уже так из более-менее едет, но ничего-ничего. А музыка вообще качает прям. Рвет, качает, не пашет. Он, наверное, сап в ходе стоит. Ловим ритм, господа. Ай, кто-то ошибся на развалюшине. Перекрещиваем его. Я тоже что-то провалил поворот, но ничего-ничего. У нас таки гонка наконец-то. Это хоть похоже на гонку стало, а? В траекторию, а? Четенько получилось так, по касательной прям. Вообще огонь. Здесь не так четенько, но ничего. Слушай, он прям заставляет идеально проходить повороты. Это меня радует. Но у меня впереди последний круг скоро вот-вот будет. Поэтому надо как-то сосредоточиться, что ли. Вольнем баллона, то, что отъезжает Митсубиси. По колдауну тоже интересно нитро херачит. Разогналась, на 220. Такс. Это уже, блин, балалай неинтересно. Давай делать опять чуть потише. Наваливаем.
Последний круг, господа. На поворот не попадаю. Блин! Ошибаюсь. Есть хорошая вероятность того, что я сейчас все-таки солью эту воду. Надо немножко сосредоточиться. Так, он сильно от меня отъезжает. Смотри, как он тоже облизывает все эти заборы и так далее. Слишком я нафейлил что-то в предыдущем круге. Надо теперь исправлять ситуацию, что ли. Когда тапаешь на тормоз, дрифт вот этот. Хорош, хорош, хорош. Есть. Давай, давай, давай. Когда тапаешь на тормоз, немножко машина замедляется. Вот такой небольшой минус. Может быть, лучше двойным газом было бы работать в этом плане. Красиво получилось. Прям облизал эти столбы и вырываемся. Блин, я рэ, тут не отстает, красавчик. Вот такие гонки я люблю, когда ты хотя бы немножко напрягаешься и заморачиваешься на траектории. И надеешься на фортуну какую-то. Чтоб хоть чуть-чуть повезло. О, нормальный соперник. Остальные, видишь, отстали опять же. Очень сильно. Очень сильно отстают сопернички. Это не очень заебись. Извини, братан, в другой раз. Хотя он тут даже приближается ко мне. Хорош. Затащили гонку. Мне понравилось. Да-да-да. Поехали теперь к этому стилисту хреновому. Сейчас покажем вам, как на переднем приводе на стиле надо есть. 24 тысячи награда. Какую тачку будем брать, я это увижу не скоро. Да, я это увижу через 2 дня. А я еще наперед на стиле, короче, какую-нибудь докупим тачку. Можно карту не включать вон тут. Скольжение, говорите, да? Ну давай. Развал скольжения. Хорошая форма. Сколько раз я уже это сказал за сегодня. Так, а куда тут заруливать-то? Валерчик, нам сюда где-то? Где ты тут заныкался? Погнали. Так. Конечно же, рыкса, блин. Что ж тут может быть еще? Блин, ну, мне получается, надо еще одну тачку теперь пилить, в область дрифта. Это явно не Honda будет. Привет. Бэха. От Лукаса, да? Да, ты хотел встретиться. А тебе много говорят? Лукас Филдс, да. И, видимо, есть причина. Ты вроде не фанат гонок. Да, не фанат. Чё-то я больше ценю гладкость вождения, не скорость. Давай на пассажирское. Я тебе покажу. Чё ты такой унылый, алё? Погнали! Это не я, если чё. Так, он мне показывал. Прибавим газу, чтобы резче входить в повороты. Чтобы войти в дрифт, нажми на газ и рули. Добавь еще газу, чтобы удержаться. Ну, либо газ тормоз. Давай еще. Жмем на газ и рулим. Затем поддерживаем скорость. Это что, дрифт? А что с углом произошло? Еще разок. А где дым? Жмем на газ, потом еще. И руль в бок. Так, хватит болтать. Кому-то пора за руль. Чувак, ты не только уныло выглядишь, ты еще и уныло дрифтишь. Сначала разберемся, как дрифтовать. Но я думаю, что это... И контролируй движение. Особенности здешней физики. В том плане, что угол, ты видел, какой минимальный? Ты дрифтуешь? Ну такое, подрифтовал. Машина медленная, блин, и она даже не вывозит нифига в дрифте. Получилось? Практически что, есть баллончик, давай. Кстати, на газу тоже вполне себе норма на дрифте. Да, может быть, даже так а лучше. А сейчас попробуй удержать дрифт. Чтобы увеличить занос, руль в обратную сторону и жми на газ. Чтобы уменьшить, руль в сторону заноса. Дядь, да она не едет нихера, ты о чем вообще говоришь? Я только боком становлюсь, блин. Он сразу выравнивается. Когда машина начнет заносить, удерживай ее. А мне на 5 дрифтов сделать. Полторы секунды. Вот это мне уже нравится. Давай еще. А мне не очень. Она не едет ни хера, блин, твоя машина. Дрифтер ты под бога, блин. Нормально. Умеешь управлять этой машиной? Давай, разгоняемся. Я понял, что делать. Нормально, пацаны. Отличное вождение. Бальзам на мою душу. Во, видишь, чувак одобряет. Заебь, тощее вождение.
Баллончик не перезарядился. Хватит ли ей скорости на 1.5 секунды? Отличное вождение. Попробуй еще. Хорошо. Давай над стилем поработаем. Набирай скорость и вали боком так долго, как сможешь. И если да, хочешь похвастаться, рули как можно ближе к заграждениям. Давай, контролируй газ. Ой, чувак, что я тебе могу сказать? Машина твоя, конечно же, нехти. Это даже не дрифт. Она не может даже удерживать дрифт, ты понял? Она просто замедляется, выравнивается, это писец. Газ отпустил и стало лучше. Хорошее управление. Думаешь, сможешь повторить? Просто газ, а я контрруление делал, может быть, кстати, еще в этом вопрос. Если не врезаться, получается куда лучше. Я не спорю с тобой. Да тут надо как-то чуть-чуть на траектории. Все, ура. Не знаю, может быть, топ-тачка будет нормально, но это пипец. Ей не хватает ни скорости, ни мощности, ни черта. Это вообще не дрифт, а дрист, скорее. Помни, чему я учил. Сперва мощно дави на газ, а затем рули и не теряй контроль. Выпускай давай, Вась. Достичь что, 80 тысяч? Ну давай попробуем, чё сказать. Покажи, что жом. Я так плюс-минус понял. Классная техника. Да, сейчас здесь с перекладкой будет сложнее. Так держать. А угол оно как-то засчитывает, оно вообще неуправляемо. Машина не настроенная у него. Типа настолько выкидает настройка. Попробуй еще подольше. Да блин, невозможно подольше на этом ведре. Ты шо? На приколе. Оно либо углится жестко, либо никак не углится. Неплохо. X3 кое-как там набили. Давай. Падают множители. О, сейчас скорость будет нормальная, 150. Мне кажется, это слабое выступление. Ты там не пи***й меня, слышь? Угол, оно вообще никак, ну, пофиг. Тупо скорость и держать кое-как боком надо. Какая машина, такое выступление, что ты хочешь с меня? Пилотаж. Дрифт это, блин, технический вид спорта. Нет техники, нет дрифта нормального. А, мы там уже 50 тысяч там нашмаляли, я смотрю. Даже жалко, что это закончилось. А мне не очень. Я хочу твою Мазду отдать уже. Ко всем херам, блин. Так, что-то я 80 тысяч, кстати, не нужно. Проехал. Я не проехал 80 тысяч, пацаны. Блин. Сегодня просто не твой день. Да. У тебя скоро получится. Я так и понял, задание провалено. Забери свою колымагу, чувак, не позорься, честное слово, это... Короче, унылый персонаж и унылая его машина. RX-7 зачем? Ну, хорошая тачка, но... Бля... Да она, блин, стоковая. Чё с неё... Да даже стоковая RX-7, мне кажется, получше должна дрифтить. Боком заходишь... Чуть больше угла, минус скорость, минус все. Вообще, если машина не может боком держать скорость, какой дрифт. На каком ты будешь уровне с хорошей экипировкой. Спасибо. Не за что. Наберу, как все будет готово. Новые шины, это хорошо. Но в следующей серии мы с вами посмотрим, что там новенького еще будет. Допилим Хонду. Посмотрим по бабулетам. В принципе, неплохо бабула получается срабатывать. Можно Хонду фигачить повеселее по рейтингу, но пока что она более чем проходит. А может быть, есть смысл еще купить какую-нибудь тачку, что-нибудь на заднем приводе для дрифта. И мне кажется, что именно дрифт-машину надо делать максимально мощной, производительной, потому что это жопа! Когда боком машина твоя не способна держать скорость, это не дрифт, это какая-то печалька. Такое. Ладно, господа, спасибо вам огромное за внимание. Если было интересно, я буду не против, если вы зафигачите лайк. Больше лайков, больше инфраспида, хотя инфраспид у нас и так выходит. Каждый божий ёпта... Почти удалось день. Я надеюсь, вы круто провели со мной время. Если нет, то желаю вам хорошего дня, вечера, ночи, утра и так далее. С вами был Сони, на этом прощаюсь. Давайте, пока, ребята.